оторвала этикеточку. Сейчас посмотрим. Девушка, эту старую этикетку тоже дайте, пожалуйста. Нету, не было, она не была. Не было? Ну, сейчас мы эксперимент с вами сделаем. Вы сейчас перевесите все колбасу. Хотите поработать сегодня до утра? Скажите, не взвешивайте. Давайте вот этот кусок колбасы, видите? Покажите мне его. Дайте, пожалуйста. Зачем вы рвете, девушка? Не рву я это, что это. Зачем? Что тут написано? Ничего. Где срок? Где что? Где? Что здесь написано? Зачем вы пытались это скрыть? Не скрываю. А что это такое? А вот теперь, неизвестна. А вот теперь половинку, половинку от нее отрежьте, пожалуйста. Давайте. И хомяк нужно. Вот столько, половину прям. Да, вот так и режьте. Вот в заднюю. Давайте. Взвешивайте. Сейчас мы посмотрим, как колбаса становится свежайшей колбасой. Посмотрели срок. То есть у них есть возможность реальный срок вбивать, просто они не вбивают его специально. Давайте посмотрим. Так, давайте. Что у нас здесь? Видите, колбаса стала вдруг свежей. Была просроченная, стала свежей. Каким образом, девушки? Была она. А на ней не было вообще ничего указано. Вы же видели вот сами. Вот колбасу, которую я... Который я вам дал колбасу, на ней не было ничего указано. Ни срока годности. Вот ее половинка. Где? Покажите. А что вы их не взяли? Девушка, покажите ее половинку. А почему вы их не взяли? Девушка, половинку это покажите. Нам не интересует эта колбаса. Она, мы посмотрели состав, состав не устраивает. Вот, видите, состав мне не устраивает. Почему не устраивает вас? Ну вот не люблю я такую колбасу. Нравится она? Да, вот такая не нравится. Мы вам покажем, сейчас вы поработаете у нас. Вот это салкисон, видите, да, вот это, что у вас? Вот этот вот, верхний. Вот этот, покажите, пожалуйста, давайте я посмотрю. Давайте почитаем состав. Забираем. Мы ее полностью заберем, девушка. Вот смотрите, ребят, просроченная на... 2 дня. Заберем. Ханум, зачем обманываешь людей? Ну а как получается? Вы что, не знаете закон? Законы не знаю. Ну вот видите, давайте сейчас просмотрим весь прилавок. Знаете, почему мы пришли к вам? Потому что нас ваш директор обманул на 13 тысяч рублей. Деньги взяли и товар забрали, а возврат не хотят делать. Идем в полицию, будем закрывать ваш магазин. Завтра пойдете на работу уже куда-нибудь в другой магазин. Так, давайте продолжим с вами беседу. Вот этот верхний кусочек, покажите, пожалуйста. Да, здесь срок нормальный. Все у нас здесь нормально. Это когда покупатели берут какую-то часть, мы уже с нее не можем взять ее, этот, изготовительный этот. Хотите, я вам докажу? Докажу, что вы не правы. Почему? Ну, смотрите. Давайте так. Это один из... Вы же как руководитель здесь, да? Давайте так. Мы сейчас эту этикетку с вами, я ее забираю. А вы мне сейчас, смотрите, вот я показываю на камеру этикетку, да? Вот срок годности. Все здесь указано. Вот какая колбаска. Можно ножичек? Я куплю. Ножичек дайте, пожалуйста. А может этот человек хочет прям с этим забрать? Смотрите, себе. Я вот забираю этикеточку.
А вы мне, пожалуйста, взвесьте этот кусок, а я этикетку в себя оставлю. Взвесьте мне этот кусок, я хочу его купить. Просто упаковка в этом мне не понравилась. Заметьте, упаковка. Все видите, да? Сейчас вы посмотрите, как в магазине Билла свежая колбаса вся просроченная превращается в свежую. Зря вы это делаете. С возвратом. Юристы, а по закону печать будете вы, потому вам команды и дают такие. Посмотрите. Переворот. Что у нас здесь? Изготовлено, упаковано 10.04. Срок годности до... Сколько у нас получилось здесь хранить? 12 часов. А по этой этикетке она уже давно просрочена, ребят. Вот, посмотрите. Вот потому вы обманываете людей. И вас нужно закрывать. Мы столько выкидываем. Видите срок годности? Когда закончилось? А зачем вы сейчас переделали и сделали эту колбасу просроченную, свежей? Мы сделали по вашей просьбе. А, по моей просьбе. Да. По моей просьбе они уничтожили товар. Я вам сказал, что вы обманываете людей. Если бы вы сейчас отрезали половинку от этой колбасы... На данный момент попросили снять и попросили завесить. Правильно. Так я вам говорю, что и это я попросил. То же самое. Где этикетка от нее старая? Как вам можно верить в то, что вы клеите новые этикетки? Вот смотри, этикетка, колбаса, видишь, просроченная. Я ее взял там на витрине у них, они мне ее дали, просроченную. Я снимаю этикетку, они мне завешивают, новую дают, и уже, опа, хороший срок. И так у них все. Это возмутительно. Это все. Это он так захотел. А я? Выполняли его требования, да? Да, он так хотел, он покупатель. Увольтесь, пожалуйста, мы хотим. Сейчас же увольтесь. Ой, а тут 12 числа, 9 числа сделано, а срок реализации 12 часов. Про срок. Потому что 12 часов к реализации после вскрытия. Может, смотрите, читайте внимательно. Я вас хочу уведомить о том, что сейчас садится заседание. Как раз по такому случаю проходит судебное заседание. Поэтому мы... Читайте внимательно. Срок, вот смотрите, вот тут вот читайте, вот срок. Куда вы собираете-то меня? Вот это что такое вообще? Покажите срок. Взяли, вырвали вот у меня. Дайте. Вот эту упаковку было? Дайте. А сверху это не важно, вот его срок. Снимай. Сверху не важно, да? Да. Дайте сюда ту упаковку. Хорошо, давайте сделаем проще. Завесьте, пожалуйста. Завесьте, пожалуйста. Приготовлены сегодня, упакованы сегодня. То есть может быть сегодня приготовлено? 12 часов. Да. Упаковано во сколько? 10-12. Мы изготовлены на 10. Давай, давайте, так вы это сделайте по весу, сколько там, чтобы все было нормально было. Взвесьте, пожалуйста, на этот кусок. И вот этот тоже. Ну и что, сделайте мне, я как его куплю? Тут нет ни ценника, ничего. Александр Борисович, вот сейчас вот оба эти куста мы вместе с ней потрогали. Да, именно да. Само мясо. Да. Ну взвесьте нам оба куска. Вы готовы купить их. Чего не продаете? Взвесьте, пожалуйста. Срок надо было. Вот, пожалуйста. Мне хочу купить. А что сделайте так, чтобы я мог купить. Вот срок. Взвесьте мне его. Мне вот этот кусок сейчас. Мне не интересен. Этот кусок мне не интересен. А вот этот, который вскрытый. Взвесьте, пожалуйста. Хорошо, я куплю его. Возьмите, пожалуйста. Это положите на место, а это я готов купить. Не продаете? А почему? Что? Мы же срок вам показывали. Я как могу купить? Я могу купить. Штрих-код сделайте сюда на аппаратуру. Нет, штрих-код не буду. Вам же срок интересно. Да. Правильно? Да. Вот я вам срок правильно доказала. Там сверху уже был срок. Ну, вы один срезали. Ну что? Оставили потому второй. Что вот основной срок. Вам, нам, покупателям, вы как покупатель, если идете... Послушайте, вот, я вам скажу, что я скажу. Это срок, если закрытая упаковка. А когда вы открываете? Все равно открыть
эти упаковки, это тоже все. Хорошо, да. я куплю, давайте. Нет. Не даете ценник? Не продается? Не продается. Возьми, а можно купить? Не стоит. Досрочно? Ну, вам какая разница, он стоит или не стоит? Без проблем. Да. Александр Борисович, это что вообще? Ну, это попытаются уйти от ответственности.